Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас видеоролик на тему моей второй беременности. Сегодня поговорим с вами о том, как я забеременела, как этот цикл отличался от других и что мы делали по-другому, если сравнивать с другими менее успешными циклами. Усаживайтесь поудобнее, есть что рассказать. Во-первых, у нас с мужем это вторая беременность, как я уже сказала. У нас есть маленький сыночек, которому почти 2 года. И с нашим первым сыном мы забеременели с первого раза. Что касается второй беременности, потребовалось ровно 5 попыток, 4 подряд. И с самого начала я понимала, что не факт, что получится забеременеть с первого раза, как это произошло с моим сыном. Поэтому я давала себе минимум 6 месяцев на то, чтобы забеременеть. И я поставила себе как бы вот такой лимит, после 6 месяцев пойти уже к доктору и предметно работать с фертильностью, для того, чтобы уже прибегнуть к помощи медицины в этом вопросе. Почему 6 месяцев? Просто потому, что мне сейчас 36 лет, а после 35 следует пробовать забеременеть 6 месяцев и после этого обращаться к врачу, если ничего не получилось. До 35 лет это целый год. Так вот, попытка за попыткой, у нас ничего не получалось, несмотря на то, что мы действительно были на позитиве, мы абсолютно здоровы. Эту беременность мы, ровно как и первую, планировали, и планировали не только с точки зрения отслеживания моего цикла, но и также с точки зрения нашего здоровья. То есть мы заблаговременно начали пить витамины, заблаговременно начали думать о нашем рационе для того, чтобы наши организмы были на своем максимуме, ну или по крайней мере, чтобы мы сделали все, что от нас зависит для того, чтобы поспособствовать удачному зачатию малыша. Но несмотря на это, у нас ничего не получалось. И после 4-й попытки я все-таки решила не ждать 6 месяцев и пойти к доктору после 4-й неудачной попытки. Так вот, я пошла к своему гинекологу для того, чтобы обследоваться еще раз и посмотреть, как дела с моим циклом, все ли у меня в порядке, не изменилось ли что-то после моего последнего визита к гинекологу. Так вот, мы начали смотреться, гинеколог сказала, что все у меня в порядке, в целом все выглядит хорошо, анализы у меня идеальные, нет никаких там сбоев гормонов или нехватки витаминов, все супер. Единственная загвоздка, которая была, это толщина стенки матки. Пошла к доктору я на 6-й день своего цикла, то есть у меня только-только заканчивались мои месячные. И по фолликулам было видно, что из левого яичника созревает один доминантный фолликул, который должен разорваться и должна произойти овуляция на 12-й день моего цикла. Если говорить про овуляцию, если вы видели мои предыдущие видеоролики, то вы знаете, что моя овуляция ровно как и цикл, гуляет без причины, просто так. Она может произойти и на 10-й день, на 12-й день, на 18-й день и так далее. То есть на любой день цикла она может произойти. Поэтому отслеживать ее достаточно тяжело. Нужно делать тесты на овуляцию каждый день, утром и вечером, для того, чтобы ничего не пропустить. Так вот, УЗИ показало, что овуляция в этом цикле должна произойти на 12-й день цикла, что очень хорошо, с одной стороны, но с другой стороны не очень, потому что толщина стенки матки она по дням цикла не соответствует норме, то есть она немного более тонкая, чем должна была бы быть. А это означает, что, возможно, к 12-му дню цикла она просто не будет достаточно толстой для того, чтобы маленький эмбрион удачно в нее имплантировался, погрузился, прицепился, закрепился и остался. И мы с доктором договорились, что, значит, я ежедневно отслеживаю свою овуляцию, это первое. Второе, после овуляции приблизительно 14-15 день я должна была записаться на еще один визит для того, чтобы сделать УЗИ и посмотреть, как там дела, и потом на приблизительно 20-й день моего цикла еще сдать прогестерон, посмотреть, все ли в порядке с уровнем прогестерона во второй фазе моего цикла. Так вот, я жду свою овуляцию, 12-й день овуляции нет, 13-й нет, 14-й нет, 15-й овуляции нет. Я уже прихожу к своему доктору и говорю: доктор, вот такая вот история, тесты на овуляцию у меня не показали смайлик, у меня не было позитивного результата. Давайте смотреться, в чем же дело. Может быть, тесты его не поймали или что-то такое. В общем, смотрим мы УЗИ, и я понимаю, и доктор понимает, что овуляции еще не было. Она говорит: вот, стенка матки уже утолстилась, тут все в порядке, и фолликул прям готов-готов, завтра-послезавтра будет овуляция. То есть получилось так, что фолликул в своем развитии, он как бы притормозился, а стенка матки, она догналась, и, в общем, все выровнялось, и вот сейчас, вот в минуту, когда мы смотрели все на УЗИ, все выглядело очень хорошо, и в целом
мой организм был готов и к овуляции, и к зачатию, и к имплантации. И один, наверное, урок, который я извлекла именно вот из этой ситуации, что ни один тест, ни одно УЗИ на 100% не гарантирует, что дела пойдут так, как мы прогнозируем. Да, УЗИ вроде бы показывало, что на 12-й день должна быть овуляция, но, к сожалению, ее не произошло. Поэтому я, будучи таким ответственным человеком, особенно в этом вопросе, я все-таки полагалась не только на прогнозы УЗИ, но и также делала тесты ежедневно, утром и вечером, для того, чтобы отслеживать всплеск лютеинизирующего гормона, который как раз-таки дает нашим яичникам команду производить овуляцию. Так вот, овуляция по итогу произошла на следующий день, тесты на овуляцию ее показали, и, в общем, мы знали, что все готово, и мы готовы приступать к делу. К слову говоря, моя гинеколог сказала, что лучше свои романтические встречи с мужем планировать вокруг овуляции и так усердно не работать, как мы пробовали в других циклах, когда ты встречаешься романтически каждый второй или третий день. То есть мы решили, что мы в этот раз последуем совету моему гинекологу и запланировали наши романтические встречи вот как раз-таки непосредственно в дни овуляции и поработали вот именно в эти дни. Ну что ж, овуляция прошла, все отлично, и для меня начались 2 недели невозможных ожиданий. То есть это на самом деле самое-самое, наверное, тяжелое, что в цикле есть, это выдержать 2 недели ожиданий до того, как ты можешь сделать тесты. И, конечно же, я усиленно слушала симптомы моего организма, которые на самом деле достаточно часто мне подсказывают, что с моим организмом происходит. Единственное, что последние циклы, в которых у меня не получалось забеременеть, эти подсказки, они как-то вот вводили меня в заблуждение, потому что обычно у меня нет никаких симптомов ПМС. И особенно этих симптомов нет заблаговременно до прогнозируемой даты моих месячных. Но все циклы, которые были неудачные у меня были все на свете симптомы. У меня даже, по-моему, 2 или 1 раз у меня было легкое кровотечение, которое я воспринимала как кровотечение имплантации. Причем оно происходило как раз-таки в те дни, в которые имплантация уже может происходить. Ровно неделю после овуляции, это самое раннее, вплоть до 8-9 дня. У меня была очень чувствительная грудь, у меня были боли внизу живота, были боли внизу спины. Но предыдущие циклы, все эти симптомы оказывались, ну, какими-то беспочными и не приводили к беременности. В этот раз, в свою очередь, у меня на самом деле из этого всего не было практически ничего. Первая неделя после овуляции вообще тишина и ноль. Ни единого симптома, ничего не болит, ничего не беспокоит, и я понимаю, что ничего не происходит. Ровно неделю спустя я заметила, что у меня стала очень сухая кожа. Причем эта кожа стала сухая вот так вот, дынкс, в один день, и все. У меня кожа, причем не просто сохнет, а она шелушится так, будто я вот только что вернулась с отпуска в жаркой стране, сильно обгорела, и вот прям кожа шелушится. Ну или, может быть, это можно сравнить с химическим пилингом, когда у тебя вот просто слой кожи начинает сходить. Вот у меня ровно так же, и на самом деле до сих пор эта кожа очень сильно шелушится. И тут, когда я заметила вот одним днем вот это изменение, я поняла, что подождите, в первую беременность у меня была ровно так же. И на самом деле всю беременность у меня кожа была исключительно ужасная, она была очень обезвоженная, сухая, и я как-то это, ну, не сильно связывала с беременностью, мне казалось, что это, наверное, зима, отопление, и в целом у меня кожа, ну, как бы, у нее есть тенденция к сухости. Но вот здесь это нетипичное шелушение кожи. Второй момент, который я заметила буквально на следующий день после этого, это заложенность носа и чувствительность слизистой носа. То есть у меня начала появляться кровь в носу. Это тоже, кстати, симптом, который я на 100% испытывала во время первой беременности. И у меня постоянно пересыхал нос, то есть все время он был заложен, слизистая отекала и было легкое кровотечение. И тут я понимала, окей, эти 2 симптома, они как-то вот сильно на самом деле связаны с беременностью, и, может быть, их следует отметить. И потом к славной двоице присоединилась чувствительная грудь. Но разница между чувствительностью сейчас и в предыдущих циклах было то, что грудь болела сбоку и в целом по всей
всей груди, не только сами соски. Предыдущие циклы у меня были очень чувствительные соски. В этот раз она была преимущественно по бокам моей груди, и это было сильно нетипично. И из таких первых, самых ранних симптомов, наверное, это все, что я испытывала вот во вторую неделю своего ожидания до тестов на беременность. Если говорить про то, что мы делали еще по-другому, помимо визита к врачу, УЗИ и планирования своих романтических встреч исключительно в дни овуляции, еще один момент – это был Актиферт. Актиферт – это препарат, который используют для улучшения среды влагалища и матки, то есть для того, чтобы снизить кислотность или кислотную среду во влагалище и в матке, для того, чтобы сперматозоиды мужчины, они могли, во-первых, выжить в этой кислотной среде, и, во-вторых, для того, чтобы сперматозоидам было намного легче продвигаться к пути к яйцеклетке. Обычно, когда у женщины все в порядке с организмом, эту функцию выполняет естественная смазка, которая появляется во дни овуляции, то есть эта смазка, она очень-очень прозрачная, она очень тягучая, и она похожа на яичный белок. То есть для этого нужна эта смазка. И как раз-таки, если еще говорить о том, что было отличающимся от других циклов, то в этом цикле этой смазки у меня было очень-очень-очень много. Но я решила все-таки спросить у своего гинеколога, стоит ли попробовать также пользоваться Актифертом, ну, как дополнительной такой помощью в этом во всем процессе. Она сказала, да, пожалуйста, пользуйся, я не против. Я знаю, что в интернете есть достаточно много таких сомнительных отзывов по поводу Актиферта, которые связаны с более частым процентом выкидышей, но в целом мой доктор меня успокоил, сказав о том, что выкидыши и использование Актиферта во время именно полового акта для зачатия малыша – это две совсем не связанные вещи, вот абсолютно не связанные, потому что Актифертом ты пользуешься исключительно в дни овуляции, не на протяжении там, первого, например, триместра, да, когда процент выкидышей или замершей беременности достаточно высокий, а пользуешься исключительно в дни, когда ты пытаешься зачать. И в целом этот препарат, он никоим образом дальше не влияет ни на что, это просто сахароиды, которые понижают кислотность во влагалище и в матке, и все. Это вся работа, которую делает Актиферт и сахароиды в составе этого препарата. И поэтому я со спокойной душой, с благословением своего гинеколога в этом цикле использовала Актиферт. И, наверное, стоит заметить, что когда мы зачали моего первого малыша, мы тоже в этом цикле как раз-таки использовали Актиферт. Это, наверное, самые такие главные моменты, которые стоило упомянуть, если говорить о том, как мы забеременели и что мы делали по-другому, и какие самые-самые первые симптомы меня посетили. О них, кстати говоря, буду говорить еще более детально в других видеороликах, где буду давать отчеты по неделям моей беременности. Но если говорить именно о том, как забеременели, что делали по-другому, это, наверное, самые главные моменты. Во-первых, четкое планирование. Второе, мы посетили моего гинеколога, который посмотрел меня и на УЗИ, и я сдала анализы, чтобы проверить гормоны и посмотреть, все ли в порядке. Третье, мы использовали Актиферт. И четвертое, романтические встречи мы планировали исключительно в дни моей овуляции и после. С этой точки зрения, конечно же, мне дико-дико интересно, повлияет ли это на пол малыша, но до этого нам еще с вами нужно будет с терпением подождать, и об этом мы будем говорить уже в наших будущих видеороликах. Ну, а на сегодня это все. Если у вас остались ко мне еще вопросы, пишите их обязательно внизу в комментариях под этим видеороликом. Ну, а я на сегодня желаю вам доброго дня, с вами прощаюсь и увидимся в наших следующих видеороликах. Пока!